Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу дать видео-ответ всем своим любимым хейтерам, которые считают, что они лучше знают, что мне надо делать в своей жизни и со своей жизнью. Но это те, кто считают, кто пишет, вот, например, подобные вещи, там, Анастасия, вот там, у тебя так хорошо получается вот это, вот лучше ты делай это, а это не делай. Или, например, Анастасия, что ты типа фигней занимаешься, вот займись своей там жизнью, там, или, не знаю, там, еще что-то, выйди замуж, там. Я одно вам скажу, я без вас знаю, что мне делать, понятно? Вот без вас, без всех, мне ваше мнение вообще до лампочки. Что мне делать в своей жизни и со своей жизнью, решаю только я. А людское мнение меня вообще не волнует. Это не общественные дела, это не какие-то чужие дела, это мои личные дела. И чем мне заниматься в этой жизни, решаю я сама. А если бы ваше мнение мне было интересно, я бы записывала другие видео и спрашивала бы у вас совета. А я ни у кого совета не спрашиваю. Я сама знаю, чего мне делать. Поэтому, пожалуйста, дорогие друзья, я дама импульсивная, эксцентричная, остро реагирую на тупость людскую. Поэтому те люди, которые не понимают с первого раза, что ну, их советы мне не нужны, меня начинают злить. У меня нет олимпийского терпения. По 150 тысяч раз людям с более низким интеллектом, чем у меня, объяснять одно и то же. Просто нет. Поэтому вот такие у меня правила на странице. Что мне лучше делать, знаю я сама. В советах не нуждаюсь. Силком никого сюда не тащу. Сюда приходят те люди, которым здесь интересно. Которые сами решили сюда прийти. Я их очень рада видеть. Я уважаю их мнение, выслушаю. Но их мнение касаемо не моей жизни, ребят. Касаемо общего. Страны, политики, экономики, чего угодно. С удовольствием подискутирую с ними, выскажу свое мнение. Но чем лучше мне заниматься, решаю я сама. Поэтому на моей странице действуют правила. За советы. Что мне лучше делать? Неминуемое ограничение права высказываться. Потому что это моя страница, мой ресурс. И правила здесь устанавливаю я. Без обид, дорогие друзья. Вот так.